Здравствуйте, ребята. Сели девочки. Мальчики. Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь друг другу. Посмотрите на меня. Улыбнитесь мне. Примите позу внимания. Итак, ребята, сейчас у нас урок математики. И тема нашего сегодняшнего урока очевидна. Учитель должен жить своей профессией, гореть своей профессией, уметь дарить и хотеть дарить знания и получать взамен результат. Вот когда приходят малыши в первый класс, я ведь учитель начальных классов, вот они пришли, маленькие несмышленыши, не умеющие ничего, не знают, как сидеть, как стоять, как отвечать. И в четвертом классе ты понимаешь, что есть результат, и не просто результат. Когда они переходят в пятый класс и дают хорошие результаты, понимаешь, что твой труд не напрасен, что действительно то, что я в них вложила, я получаю результаты. На протяжении 4 лет, с первого класса, с первого звонка и последний звонок начальной школы, кем становитесь вы друг другу? Учитель и те, кто к вам пришел, дети? Я считаю, что я все-таки, наверное, для них остаюсь не просто первым учителем, но еще и другом. Другом, ну, о котором они всегда будут вспоминать все-таки по-доброму. Профессию учителя я не выбирала. Это, скорее всего, воплощение моей детской мечты. Еще в детстве я раскладывала игрушки, раздавала им тетрадки и обыгрывала моменты именно школы, образовательного процесса. Мне всегда хотелось быть учителем, поэтому, когда я закончила 11 классов, не задумываясь, не раздумывая, я пошла именно в педагогическое училище, стала преподавателем начальных классов, потом поступила уже на заочное отделение, в университет и получила второе образование биолога, биолог-паразитолог. Но, тем не менее, пришли работать в начальную школу, а не преподавать биологию. Да, вы знаете, именно высшее образование я получала, работая учителем начальных классов. И никогда у меня не вставал вопрос, чтобы пойти дальше и преподавать в старших классах, в среднем звене. Хотя я нахожу легко контакт со всеми ребятами возрастной категории. Для меня это не проблема, но мне больше нравится работать с малышами. Вы понимаете, для меня очень важно видеть и понимать именно выход. То, что я им даю. Я с ними развиваюсь сама. С ними я учусь. Ведь настоящий учитель, он постоянно совершенствуется, он учится. Он постоянно работает над собой. Математика нужна. А вот русский язык, вот мы сейчас исправили ошибку. Для чего? Чтобы были грамотны и с человеком, чтобы было приятно человеку с тобой разговаривать. Совершенно верно, общаться, да. А только ли нужно грамотно писать? А еще что нужно? Много что делать? Но читать, совершенно верно. Итак, и вот сейчас я вам предлагаю выполнить следующее задание. Записать глагол в прошедшем времени, определить все его морфологические признаки, в третьем прямоугольничке составить либо предложение с данным глаголом, либо двустишье. И четвертое задание – изобразить тот глагол, да, нарисовать совершенно верно, тот глагол, который вы написали. Приступаем к работе. Самое сложное в работе педагога начального образования, учителя начального класса, потому что приходят детки, которые даже ручку держать не умеют.
И вот для меня это таинство, начиная от точечки на бумаге, научить человека писать, считать, думать, мыслить, анализировать. Я очень часто задаюсь этому же вопросу и думаю, что же может быть самым сложным для учителя начальных классов. Ведь проработав столько лет, наверное, все сложности уходят уже на второй план. Мы знаем, как учить, чему учить. А сложность немножечко в другом. И меняется поколение, меняется жизнь. Естественно, перенасыщение гаджетов. Ребята немножечко другие, и нам нужно более их мотивировать. Сложность в том, что дети слабо мотивированы. И нужно постоянно находить методы и приемы такие, чтобы они постоянно были активны, мотивированы, чтобы им было интересно, чтобы они хотели учиться и хотели идти в школу. Именно поэтому я использую на уроках разные приемы и интерактивные формы обучения. Это и парная, групповая работа, и ИКТ-технологии. 3 килограмма. Грамма. Грамма, а другая 1 грамм. Следовать. Следовательно, столько же будет весить в пакете кофе. Это кофе? Ну, он выглядит как кофе, вы знаете. Ну, там всегда кофе. Нет. Что написано? Масса? Лекарство. Лекарство, пожалуйста. Садись. У многих учителей, когда они говорят о школе и о своей работе, и у вас вот в частности, начинают блестеть глаза. Это такая безумная любовь к профессии. К детям. Я искренне люблю свою профессию. Действительно. И вот глаза блестеть будут только у того преподавателя, который живет профессией, любит профессию и не боится никаких трудностей и преград. Независимо ни от каких условий. Например, она учит нас читать, писать, дружить, любить родину и уважать старших. Даже за 3 года Людмила Михайловна может научиться всему. Мы уже даже опередили русский язык, математику. В других школах так не делают, кроме нашей школы. И такой хорошей ученицы так больше нигде не делают. А вот я наблюдаю за тобой и на уроках, сейчас мы с тобой общаемся, и ты очень артистичный. Это тебя Людмила Михайловна так научила или кто-то другой? Ну, конечно, Людмила Михайловна меня тоже многому чему учила. Без нее бы я не попала на ученик года и на другие конкурсы. От папы и от Людмилы Михайловны у меня такой хороший артистизм. Угу. А из всех уроков у тебя самый любимый какой? Русский. Почему? Ну, это, во-первых, мой язык. Во-вторых, я лучше его понимаю, чем, например, математика, литература, окружающие и так далее. Я люблю учиться, потому что у меня есть такая прекрасная учительница Людмила Михайловна. Она нам преподает русский, математику, литературное чтение и окружающий мир. Она учитель года, и она очень добрая, хорошая, красивая. У вас очень много наград за участие в различных конкурсах, фестивали, мастер-классы. Да, фестивали, мастер-классы. Где было сложнее всего и почему? Сложнее всего мне было, наверное, в 2008 году. Это самый-самый первый конкурс имени Цаликовой, республиканский конкурс для учителей начальных классов. Вот тогда это для меня был первый опыт. Я прошла этот барьер, стала участником конкурса. И в 2012 году я вновь решила принять участие и стала уже призером, победителем в определенной номинации. И с того момента я поняла, что нужно развиваться, идти вперед и не бояться. А самый дорогой и памятный конкурс для вас который? Памятный конкурс – это, наверное, конкурс «Учитель года-2020».
В тот год этот конкурс для меня имел очень большое значение. Именно пеликана я получила в этом конкурсе. То есть вы как тот пеликан, чей значок у вас есть? Да. Дарить свое сердце другим? Да. Именно отдаваться полностью, помогать другим. Для меня это значимо. Учитель и пеликан. Вот дома у меня стоит хрустальный пеликан, и многие говорят, ну, подумаешь, пеликан. Нет, для учителя это очень важно. То, какое значение имеет значок, статуэтка, это не просто так. Отдаваться полностью детям и понимая, что обозначает и какую легенду несет даже сам пеликан и символика пеликана, это очень дорого. Ведь учитель, настоящий учитель, он будет отдаваться полностью детям, он по-другому не сможет. Он постоянно будет зажигать сердца других и при этом гореть сам. Гореть, но гореть в положительном смысле, потому что не сгорать, а гореть. Гореть как факел. И гореть ярким пламенем для других, открывая пространство знаний и прорубая путь в дорогу, дорогу именно деткам. Я люблю школу, потому что школа мне дает знания. А всех учителей любишь одинаково или кого-то больше? Больше всего мне нравится Людмила Михайловна. Почему? Потому что она моя учительница. Только поэтому? Потому что она добрая. Она всегда понимает то, что ты хочешь. И всегда, всегда объясняет. Все, что ты спросишь, она все всегда хорошо, тихо и спокойно объяснит. У меня Людмила Михайловна ассоциируется как звезда. Почему? Потому что она лучшая учительница в мире. Она получает награды одну за другой. У нее все награды, которые бывают у учителей. А вы гордитесь тем, что именно вам досталась такая учительница? Конечно. Хотели бы учиться в другом классе? Нет. Я провожу мастер-классы. Меня приглашают, мы пытаемся помочь учителям, которые открыты и хотят работать. Хочется поделиться своими навыками, своими работами с коллегами. Вот одна из таких моих разработок – это инклюзивное образование, доступная среда, формы работы, приемы. Как работать и включать в работу деток с ограниченными возможностями здоровья. Безбарьерная форма работы. В какой-либо из своих публикаций вы себя почувствовали новатором, лидером, учителем для учителей? Лидером, новатором, учителем. Вы знаете, наверное, это все-таки громко сказано. Или я просто дарю свои знания. Я просто хочу помочь другим, таким же учителям, как и я. Если кто-то посчитает меня наставником, новатором или учителем учителей, это будет еще одним моим признанием. И все. Помимо уроков мы успеваем участвовать в различных конкурсах, где всегда занимаем первые места. Допустим, когда я что-то не поняла по теме, я тихо подхожу, спрашиваю, и она мне все объясняет. Чем отличается Людмила Михайловна от всех остальных? Ну, Людмила Михайловна отличается тем, что она первая познакомилась с нами, и мы ее первой, так сказать, восприняли. Она самый первый наш учитель. А если бы ее можно было сравнить с каким-нибудь природным явлением, то ты бы ее с чем сравнила или с кем? С материей природы. А у вас самой какой любимый предмет, который вы с особенным удовольствием рассказываете или объясняете деткам? Вы знаете, я, наверное, отвечу, как и мои ученики. Я люблю все предметы. Когда я называю каждый предмет, у меня в голове прокручивается значимость. Что каждый предмет дает ребенку? Для чего это? И тут же, как? Русский язык, да, люблю.
Но ведь я вот это вкладываю, и результат следующий. Литературное чтение. Люблю. Мы очень любим проигрывать сюжеты, обыгрывать какие-то моменты. Ролевое чтение, пересказ, составление плана, развитие речи, развитие критического мышления. Люблю. Взять математику. Это вычислительные навыки, которые пригодятся деткам в жизни. Без этого никуда. Окружающий мир. Как мы без окружающего мира? Как мы можем не знать нашу страну? Какими тогда мы будем патриотами? Ведь все идет с мелочей. Какого патриота я смогу воспитать, если он не будет любить окружающий мир, если я сама не буду любить этот предмет, если я не буду любить предмет, который я преподаю, тот же русский язык? Как? Поэтому все предметы очень важны. У меня очень любимая такая форма работы – это открытый микрофон. Открытый микрофон – это когда ребята, доказывая какую-либо теорию, подходят к микрофону и соглашаются с утверждением. Например, я согласен с твоим мнением, потому что ты правильно сказал. И аргументируют, либо я не согласен или не согласна с твоим высказыванием, но у меня такое мнение, и я считаю, что это правильно. И вот, понимаете, вот эта дискуссия, вот эта форма работы, открытый микрофон, она очень нравится ребятам. Это уже в начальной? Это уже в начальной, да, школе. Потому что в первую очередь, начиная с первой ступени начального образования, мы формируем личность. Личность, умеющую говорить, анализировать. Человек, который в дальнейшем принесет пользу государству. Это очень важно. Ребята, что вы можете сказать о нашей огромной стране, о России? Российская Федерация считается самой большой в мире страной. Совершенно верно. Наша страна богата полезными ископаемыми. Спасибо тебе, Лерочка, огромное за ответ. В Российской Федерации больше всего ядерного оружия. О, спасибо. А откуда ты это узнал? На каком занятии мы об этом говорили? На уроках по окружающему миру. Еще? Мы говорили еще не только на уроках окружающего мира, но и на уроках разговора важных. Совершенно верно, спасибо. Сейчас я приду, я к Людмиле Михайловне поговорить. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Я услышала, вы идете к Людмиле Михайловне. Да. А не секрет, почему? Потому что вы не кажетесь учеником ее класса. Ну, я ученик 11 класса, но с 1 по 4 класс я учился у нее. Она дала мне базу знаний, которые мне в дальнейшем пригодились в жизни, расширили мое мировоззрение. Ну, я вообще благодарен за оптимизм, за терпение, за преданность к педагогическому делу. А можно тебя спросить, ты ее любишь? Конечно, люблю. А за что ты ее любишь? В жизни она настоящий человек, всегда видит, подходит к нам, спрашивает, как дела. Я запомнил ее, ну, на уроках она сидела красивая, всегда объясняла спокойно, не кричала, всегда доносила информацию. Вот, и за это мы ее любим, да, и благодарны ей. А человек, который привык работать с малышами, а потом к нему приходят старшеклассники, уже выпускники, как мы сегодня видели, они, приходя к вам, становятся вновь маленькими детьми или уже ощущают себя взрослыми? Как вы с ними общаетесь? Вы знаете, уже, конечно, я вижу, что это взрослые. Взрослые ребята, которые через несколько месяцев уже выйдут в новую жизнь, на новый уровень ступени. А мы с ними общаемся, конечно, по-дружески. Они приходят рассказывать свои секреты, новости. Кто кому нравится, бывает. Кто куда хочет поступить. Благодарят, конечно.
Здравствуйте. С раннего детства я наблюдала дома картину, как мама сидит, готовится к своим урокам. Она меня постоянно брала в школу. И я с 5 лет с ней ходила, поэтому и полюбила школу и хотела быть учителем. Насколько мы знаем, ваша дочь Диана пошла по вашим стопам. Вы обрадовались, когда узнали, что она выбрала для себя эту дорогу в жизни? Конечно, обрадовалась. Для меня, вы знаете, многие преподаватели говорят: ой, зачем? Вот нам тяжело, сложно. Вот почему и ребенок должен мой идти в образование? Нет. Может быть, потому что я рассуждаю по-другому. Может быть, потому что я хочу быть учителем. Мне это нравится, мне это интересно. И я поэтому очень обрадовалась, что моя дочь сделала такой выбор и стала преподавателем. И вы знаете, и проработав сколько, 7-й год, она уже имеет тоже заслуги, и это же просто замечательно. Мама открыла мне мир профессии учитель. И тем не менее, вы не пошли по ее стопам, не стали преподавателем начальной школы, а выбрали другой предмет. Какой? Я преподаю историю обществознания. Выбрала другой предмет, потому что я полюбила историю. С 5-го класса, когда у нас началась история древнего мира, я буквально сразу влюбилась в этот предмет, за что благодарна учителю истории, которая привила мне любовь к этому предмету. Вот я решила поступать на исторический. А сложно ли в реалиях нашего времени объяснять историю детям? Вы знаете, сложно. Сложно, потому что у нас мир высоких технологий, где информация доступна, и информация не всегда проверенная. И они начитаются всяких пабликов, приходят и начинают говорить: а вот там написано так. И им сложно объяснить то, что не все достоверно, которое у нас написано в интернете, что нужно проверять, нужно верить архивным данным, нужно верить утвержденной информации. Поэтому да, с этой точки зрения согласна, сложно стрессоустойчивым быть, чтобы выдержать всю нагрузку меняющихся детей. Они к нам приходят, и с каждым годом они разные. Они абсолютно разные. Я начинала работать в 2017 году, они были одни. Сейчас они уже совершенно другие, как будто бы прошло очень-очень много лет. У них пропадает интерес. С каждым годом им все меньше и меньше что-то интересное. Их труднее заинтересовывать, и это, к сожалению, плохо. Они с каждым годом меньше читают. Они с каждым годом заучивают информацию, учат, узнают, каким образом. Аудиокниги. Посмотрели какой-то фрагмент, я их прошу, смотрите что-то, ну хотя бы документальное. И то документальное не всегда есть верно, да, есть серия подтвержденных, а есть любительские. Поэтому с каждым годом их тяжелее заинтересовать. Когда они пришли в начальную школу, гораздо их научили сидеть, читать, писать. Они еще маленькие. Когда они приходят к нам, они уже очень взрослые, они уже очень умные, они больше всех знают, поэтому тяжелее их заинтересовывать. Вы, когда разговариваете о работе, больше ощущаете себя коллегами или все-таки родственниками? Вы знаете, все-таки, наверное, это какое-то
единение душ. Совместно и родственники, и коллеги. Но вы знаете, когда коллега с коллегой вступает в дебаты, это выходит немножечко в какую-то другую волну. Когда мы разговариваем больше по-родственному, и плюс коллега с коллегой, и вот тогда бывает очень дружеская, теплая обстановка. Мы обмениваемся опытом, рассказываем друг другу, как прошел день. То, что говорили ученики, вот буквально недавно моя дочь мне говорит: «Мам, посмотри, какое голосовое сообщение прислала мне моя ученица». И она включила мне это сообщение. И девочка признается: «Вы знаете, Диана Ринатовна, я не любила историю. Этот предмет для меня был, наверное, самым последним предметом, который может быть. Но благодаря тому, что вы пришли в образование, что вы пришли в школу, и насколько вы интересно преподносите предметы, объясняете, рассказываете, предмет стал для меня самым любимым». Мне было так приятно, я была горда за своего ребенка. Санка, вот так, выровнялись. Марк, следим за спиной. Кто же такой учитель? Учитель-маг, кудесник, волшебник. Вы знаете, факир, который может сделать невозможное возможным. И это действительно так. А сложно быть учителем? Если честно, да. Все-таки... Если бы сказала «нет», я бы слукавила. Сложно. И с каждым разом все сложнее и сложнее. Но в этом и заключается профессионализм учителя. Выйти из любой ситуации, из любой трудности и продолжать нести знания. А что важнее быть, учителем или наставником? Учитель, наставник – это синонимы, поэтому, вы знаете, для меня это одно и то же. И учитель, и наставник сложнее, наверное, все-таки учить. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы 11-классница, да. А выходите из кабинета начальной школы. Почему? Потому что мы пришли к нашей первой учительнице, Людмиле Михайловне. А часто вы навещаете своего первого учителя? Да, часто ходим, разговариваем обо всем. Делимся своими победами, новостями какими-то. Да, подготовкой к экзаменам. Я запомнила ее как... Здесь можно сказать, как солнце, потому что она была моим первым учителем. Она мне дала все, она привила мою любовь к учебе. Она была таким лучком. Она объединила наш класс. По сей день мы очень дружны. И все это начало она нам дала. Людмила Михайловна очень образованный и справедливый учитель. И она давала нам необходимую базу знаний. И по сей день она мне нужна. Я ей пользуюсь и пополняю ее как подготовкой к экзаменам, так и в целом в жизни. Потому что она нам дала не только знания, но и какие-то ценности. Справедливости нас научила. Ответственности. Самый любимый урок у меня язык. Почему? Ну, потому что я умею уже рисовать. Я много раз рисовал дома и понял то, что я могу рисовать. А ты когда-нибудь рисовал, Людмила Михайловна? Ну, нет, я не пробовала. А попробуешь? Попробуй. Сделаешь ей такой подарок, да? Людмила Михайловна,
очень хорошая, свободная, и для нее нет никаких преград, и она может ходить где хочет, быть где хочет и любить кого хочет. А ты в чем-то на нее хочешь быть похожей? Ну да, я тоже хочу быть таким уверенным, заботиться, например, когда я буду учитель, чтобы был такой шумный класс, я бы тоже так мог всех успокаивать. Она не просто мама, она наставник по жизни, она моя подруга, не побоюсь этого слова. В любой момент, когда тяжело или трудно, я могу прийти, и я знаю, что мне помогут словом, делом, советом, и всегда будут рядом. Вы советуетесь по рабочим вопросам профессиональным? Конечно. Если это касается методик, естественно, мама мне показывает, рассказывает, какие методики используются, как их правильно использовать. В любом случае, если мне что-то непонятно, в первую очередь я иду к маме. Эти годы самая запоминающаяся благодарность или слова благодарности, какие вы услышали? Буквально недавно, это было в январе, моя ученица, которая закончила школу почти 20 лет назад, она выставила пост о том, какой я учитель. И какое значение в жизни я для нее имею. И что сейчас у нее детки, и она очень хочет, чтобы ее малыши попали именно ко мне. Я очень этим горжусь. И не только она, а это дорогого стоит. Когда из пусть даже 5-10 человек, но о тебе помнят, ты понимаешь, что твой труд не напрасен. Хочу сказать спасибо судьбе, спасибо людям, которые меня окружают. Ведь судьба свела меня с этими людьми не просто так. В жизни это и мои друзья, коллеги, напарники, наставники. Ведь постоянно мы чему-то все-таки тоже учимся. И я очень благодарна судьбе за это и людям, которые меня окружают.